давайте громко поаплодируем. Ректор РЭШ, ваш президент Рубен Недоумов. На открытом воздухе такая свободная атмосфера – это на самом деле то, что является целью РЭШ. Научить вас так, чтобы вы могли выбирать в своей жизни именно то, чем вы хотите заниматься, чтобы у вас была свобода выбора. It's a very good university for economics. I chose NES because it's located in Moscow and I wanted to experience Moscow. Я планирую, конечно, остаться здесь и начинать свою карьеру здесь, поэтому РЭШ был лучший выбор, особенно в отношении качества образования. РЭШ — это не только про очень крутое образование, но еще и про очень крутую сетку знакомств, которые просто расширяют кругозор и добавляют новых знаний. Я, наверное, надеюсь, что я найду друзей, которые останутся со мной на всю жизнь. И проведу хорошие студенческие годы. Много чему научусь, погружусь в разные сферы наук, не только экономики. Очень интересно, классно, что это на открытом воздухе, и мы можем с друг другом пообщаться не только с первокурсниками, но и с тем, кто учится на магистратуре. Пожелаю прежде всего это учиться, учиться хорошо и не забивать на учебу, то есть учиться именно постепенно. Я бы как раз, наверное, пожелал побольше знакомиться, общаться с людьми, сближаться, становиться друзьями. Удачи, настойчивости. Трудолюбие. Мне кажется, главное пожелание студентам РЭШ, которое я могу дать, это не забывать о балансе. Учеба в РЭШ – это сложное занятие, и есть соблазн посвящать этому все свое время. Хорошо спите, находите время для отдыха, для друзей и для близких.